Мелодия, гармонии и ритма, вокала, музыка в кругу друзей. В Академии Сергея Андреяки открывается фестиваль искусств. Чайковский, Вивальди, Римский-Корсаков и Шуберт. Музыкальное наследие звучит в исполнении талантливых артистов. Осенние пейзажи и в музыке, и в душе. На сцене, словно мазками, артисты творят настроение. Вдохновляет все – природа, животные и, конечно же, зрители. Даже если в жизни случаются несчастья, музыка исцелит и наполнит энергией не только слушателей, но и самих исполнителей. Бывает такое, что я прихожу, у меня вообще никаких нет сил, нет, даже бывает приболевшая или что-то еще, но когда выхожу на сцену, я себя мгновенно как-то привожу в порядок и сразу наполняюсь музыкой, а зрители доделывают, еще больше дают силы, энергии и настроения. Мне хочется через музыку выразить, что мир, в общем-то, ну, он не черный, да, он не белый, а вот нужно найти вот какой-то баланс, нужно найти гармонию и передать через музыку. Много новых пьес и по-новому обработаны любимые мелодии. Специальная программа у ансамбля «Пробуждение чувств». В этот вечер они собрали друзей, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, тех, с кем 10 лет назад начинали. Сейчас, говорят, у их коллектива очень точное название. Ответственность на исполнителях колоссальная, ведь от их прочтения зависит, сможет ли слушатель понять замысел композитора. Ты как исполнитель как раз и стараешься передать то, что хотел рассказать автор, да, когда он это писал. Но я могу сказать, что как раз именно в этом заключается величие произведения. Когда ты что-то играешь, и ты чувствуешь и понимаешь, что ты можешь дать зрителям, когда ты исполняешь это, вот тогда это великая музыка. Открытие фестиваля искусств – это не только концерт, но и выставка живописных работ и скульптур учащихся Академии. Они, как и музыканты, оставляют часть себя в произведении, оживляя и наполняя его энергией. Краски и ноты, музыкальные инструменты и кисти – именно они воплощают в жизнь мысль автора, его задумку и видение. Сверхзадача единственная – донести до зрителя красоту этого мира через музыку, через картины, которые представлены в Академии, через творчество и через искусство в первую очередь. Задача искусства, будь то музыка или художественное творчество, едина – наполнить жизнь красками, эмоциями и, конечно, пробудить чувства. Виктория Пантелеева, Риана Колкина, Полина Фомкина, Институт «Первая Академия Медиа».